И всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть в Minecraft с модами. Так, и сегодня на повестке дня будем усовершенствовать систему переработки. Ну, еще чем-нибудь займемся по ходу. Есть просто план, я не знаю, стоит ли их озвучивать, потому что могу это сделать, а могу нет, и заранее как-то планировать не очень. Так, сейчас я делаю шины экспорта. Так, мне нужно ядро формирования. А на ядро формирования у меня нету ресурсов в системе. Так, сейчас я отсюда тогда все заберу, чтобы не лежало уже тут. Так, оно тут уже все равно не нужно. Ничего. Так. Так, кончилось место. Тут тоже места нету. Так. И все, сейчас сюда скину. В принципе, места у меня должно хватить в системе. Еще надолго вперед. Ну как надолго? На довольно долго, я надеюсь, скажем так. Так, это все сюда скидываем. Так, забираем это отсюда. Это тоже. Так, вроде все. Да. Так, это все сюда. Отлично. Так, теперь крафтим. Так, что я крафтил-то? А, ME шины экспорта, ядро формирования. Пару ядер формирования. Так, в смысле, два крафта. Так, потом шина импорта. Так. Где-то у меня тут резина была. Где? Вот она. Так. Так, теперь шина импорта. Так, нету этих ядер истребления. Так, раз. И все, и кончились. Что-то тут кончилось. Пыль, что ли? Нет, пыль не кончилась. А что тут было-то? Что-то я упустил из виду. А, тут процессоры были, понятно. Окей, кончились так кончились. Так, ладно. Шина импорта. Погнали, одну шину импорта. Так, а шину экспорта я не сделал, да? Ну окей, сейчас сделаем. Шина экспорта. Все, шины импорта, шины экспорта готовы. Так, теперь мне нужны кабели. Так. Так, шина экспорта. Ну-ка, я вот сюда в один блок я смог... А, нет, тут не буду ставить. Так, это сюда. Это сюда, допустим. Так, соединяем. Так, так, и вот сюда. Вот, все соединилось. Так. Она, наверное, забрала... Так, нет, не забрала. Шина импорта. Так, окей. Шина экспорта, шина импорта. А, нет. Здесь шина импорта не нужна как раз таки. Так, здесь ставим кабель. Шина импорта нужна вот тут вот будет. Вот так. Что-то я тут намудрил с проводкой, как обычно. Так, так. Так, интересно, она подключится к ней или нет? Так, ну-ка. Выход вот с этой стороны. Ага, вроде подключилась. Так, а вот этот выход мы сделаем снизу, наверное. Так. Нет, не с этого низу. Так, вот здесь вот. Да, вот так. Блин, взял ее, сломал. Отлично. Так. Еще раз. Это здесь. Так, это... Здесь. Вот. Так, теперь...
Ясно. Она занимает целый блок, поэтому не отображается. Не могу ее сломать. Так, окей. Сейчас мы сделаем вот что. Так, возьмем, во-первых, кабели вот эти вот. Сколько мне там нужно-то? Парочку, наверное, хватит. Так, телефон, что-то пришло. Блин, опять меня эта штука ударила. Так, так. Все, они запитались. Так, теперь ставим. Так, да, блин, что-то кто-то там пишет, все. Сейчас уберу телефон. Так, окей. Так, здесь, значит. Так, и пошло туда. Опять этот монстр. Так. Все, подключилось. Извлекать, вот так. Так, она засосала у меня эту штуку. Так, это сюда ставим. Так, понятно. Ну, это тогда сюда, вот так. Вот так. Да, кстати, тут все перемалывается. Чтобы перемалывалось, нужно поставить карту нечеткости, то есть она определяет как-то соответствие руд. То есть, если я кладу сюда измельченную медь из Thermal Foundation, да, то вся медь, которая есть измельченная, там из любого мода, из GregTech, из всех-всех, короче, будет складываться сюда, соответственно. Вот, это очень удобно. Так, теперь мне нужно как-то провести сюда. Так, нет, не буду так заморачиваться. Проведу просто вот к этому блоку, и все. Тут по-любому придется заморочиться немножко. Так, ну окей, ничего страшного. Так, все это я уже вижу. Так, отсюда. Так, так, так. Так, сюда. Сюда, сюда, так, так и вот так, вот, сделаем так, здесь вот так, чтобы было покрасивше. Блин, а настроить-то я не настроил. Ну, в принципе, можно не настраивать, но я, ну ладно. Не настраиваться, неохота лезть. Окей. Так. Импорт сюда. Почему не уходит? Потому что она не может сюда импортировать. Ну окей, сейчас мы сделаем туда по-другому. Значит, соответственно, это она не сможет тоже. Так вот, через сразу без посредников, так скажем. Так, тогда убираем вот это, убираем вот это. Ставим вот сюда вот это. Так, дальше. Так, вот здесь вот настраиваем извлекать. Так. Ставим вот это сюда. Так. Да, вот это все правильно. Так, а это вот с этой стороны. Вот. Так, а тут придется тогда через сундук какой-нибудь, например. Так, ну какой сундук-то взять? Где его еще взять? По-моему, у меня тут были сундуки. Так, 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 да, вот есть один сундучок. Надо взять. Так, ставим сюда. Так, а эта штука бьется, я все время забываю. Так, все, и отсюда импорт, соответственно. Так, теперь делаем вот что. Берем из системы, допустим, вот красную руду. Так, какая тут еще есть такая с опытом, которая...
Так. Медная, оловянная, платиновая. А, вот. Руда истинного кварца. Так, что еще? Так. А, вот угольная руда. Так. Вольфрам не то. Так, ну вроде бы. Ну, алмазная руда еще потом появится. Ну и буду добавлять, если что. Так, и вот сюда. Экспорт. Ага, тут нужно сделать карты расширения. Или как карты емкости. Так, о, где тут карты емкости? Вот, карта емкости. Давайте сделаем. Раз, два. Ну, две штуки точно хватит. Я наперед сделал, как обычно. Так, карты емкости. Кстати, больше двух штук нельзя ставить. Тут написано вот под каждой картой, сколько куда их можно запихнуть, в какой механизм. Так, и вот давайте смотрим. То есть она вот сюда должна поставить их. Так. Вот это вход. Или вот это вход. Ну-ка, сейчас попробуем. Так, с той стороны хоть делают, а не с той, похоже. Так. С какой это стороны вообще? Вот. Вход. Вроде вот это вход. Почему-то она не поставляет. Что не так? Может, это все-таки вход? Так, ну-ка. Так, понятно, не туда засунул. Почему она тут поставила? Так, ладно, сейчас я поставлю на паузу и разберу. В общем, не знаю, я уже все перепробовал. И воронку сюда ставил. И это такое. А сундук вот поставил. Все равно не хочет она что-то работать так, как я хочу. Поэтому придется ее оставить пока так. Может, потом как-нибудь разберусь. Не хочет просто вот этот вот механизм в себя вбирать. Не знаю, может, я, конечно, не то что-то ставлю. Но вроде все то. Так, ну вот, допустим, если я здесь. Так. Так, если вот здесь вот поставлю вот тут вот выход. Все, тут выход пошел. Вход сверху. Тут. Вход сверху. Почему он не хочет вот окрашиваться в какие-нибудь краски? Синий, например. Ладно. Ну ничего, сюда будет поступать предметы. И здесь просто потом будем выставлять, и они будут сами ломаться. Потом я посмотрю, может, в него какой-то надо апгрейд положить просто. Ну-ка, сейчас я, кстати, гляну, какие тут у меня апгрейды лежат. Так, расширение интегрированный сервомеханизм. Автоматические вызовы тут позволяют установить. Так, не то. Так, ясно. Автоматический вывод из устройства. Так, ну как он делается? Пневматический сервомотор. Так, окей, давайте попробуем. Ладно, это я попробую за кадром. Так, а сейчас, что хотел делать? Так, вылетело из головы, чем хотел заняться. Так.
Можно сделать молекулярный сборщик. Ну не знаю, что-то как-то. Так, тут еще полный инвентарь этой фигни. Так, сейчас отсюда все заберу. Ненужное. Так, и выложим в какой-нибудь сундук. В МЕ-систему, точнее, положим. Так, сюда положим сейчас. Так, 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 так. Тоже сюда, тоже сюда, тоже, тоже сюда. Все. Так, ну, вроде бы все выложил. Так, что у нас, эта машина-то работает, нет? Или ей нечего делать? Так, а это что, не импортирует? Экспорт импортирует, да. Ой, так, честно говоря, я уже устал играть в этот Майнкрафт, потому что играешь один, и как-то смысл пропадает. Там, когда на сервере, например, играешь... есть смысл развиваться, быть самым крутым там на сервере, допустим, да? О, кстати, трудолюбивый принцесс. Так, а тут когда один, как бы смысл пропадает. Так, я не знаю, может посоветуете какой-нибудь сервачок, где можно поиграть. Так, а пока... Пока я не знаю, что ты устал, может... Ну, сейчас пойду эти соберу. А, вот я вспомнил, что я хотел сделать. Сейчас я это сделаю. Вместе с вами, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы сейчас будем делать удаленный доступ к системе. Так. Как это делается? Нам понадобится беспроводной приемник. Так, крафтсон из кварца, оптическое волокно изменчивый. Так, вот это вот понятно. А, вроде все есть. Сейчас сделаем. Так, на тебе еще. В систему забери. Так, давайте крафтим раз. А, да, я же эту фигню не сделал. Так, крафтим раз. Изменчивая жемчужина. Так, ну-ка. И крафтим 2 сейчас. Так, это заберем. Беспроводной приемник. Так, дальше. Беспроводной усилитель. Так, что это? Ender Pearl Dust. Так, окей, сейчас сделаем. Так, нужно штук 16, наверное. 15-16. Так, где тут у меня измельчитель? Хорошо, в нем энергии есть. Не потерялось, когда переносил. Так что он сейчас нам раздробит. Надо, кстати, их подключить тоже. Я не знаю, захочу ли я еще играть или нет. Вот. Так, 7, 8. По-моему, 16 штук их надо. Так, еще бы вспомнить, куда они вставляются. Так, блок создания. Так, нет. Пространственный пилон. Так, сейчас найдем. Сейчас паузу поставлю пока. Так, ну начнем, наверное, делать вот этот вот ME-терминал безопасности. Он точно понадобится. Так. Так, а дальше разберемся по ходу, потому что я точно не помню, честно говоря, как правильно сделать. Так, а блин, я много надробил. Где здесь? 1, 12, 14, 16. Так, все, вот эти вот я себе оставлю пока. Так, беспроводной приемник. А, вот он крафтит нам. А, вот ME, беспроводная точка доступа. Вот что нам нужно. Это во-первых. Так, давайте. Так, все, место закончилось в системе. Беспроводная точка доступа. Так. Что
Что я хотел еще сделать? Мне нужна еще, наверное, одна такая беспроводная точка доступа. Так, ну и системы, я думаю, надо забрать всякую лишний хлам. Так, например, вот это. Так, что еще? Вот это. Так. Сейчас мы, кстати, поставим делаться. Тут у меня что-то где-то делалось. Тут, по-моему, да, вот 30 этих сделалось еще. Сейчас сюда закинем. Так, пресса. Ой, не закидываются, места нету. Так, фигово. Надо делать еще срочно одну или несколько этих, как их называют там. Ой. Ну, вы поняли, короче. Дисков. Да. Так, делаем, значит, сейчас вот это еще. Так, это сюда. Я, наверное, сниму еще вот эту серию. И, может быть, еще одну. И все. Потому что уже надоело играть одному. Одному. Так. Крафтим еще одну такую штуку. Готово. Так, что дальше там? Так, вот из этой беспроводного приемника надо скрафтить. Так, а это что беспроводная? Ага, для жидкостей. Так, нет, нам надо вот это. ME-терминал. Так, должно хватить ресов. Так. И ячейку надо сделать. Ячейка из энергетической ячейки. Так. Так, места нету. Это сюда. Ага, у меня еще и пыль кончилась. Так, хорошо. Изменчивая пыль. Как она делается? Так, из этого. Так, только из этого, что ли? Ладно. Изменчивый кристалл. Один заряженный кварц. Один кварц нижнего мира. Плюс пыль. Красная пыль. Так, ну давайте раз. Да, это. Это. Так, что еще нужно? Это есть. Это есть красная пыль и кварц нижнего мира тоже где-то у меня был. Вот он. Так. Можно сделать, кстати, автоматическую заряжалку. И давайте это как раз сейчас и сделаем. Мне нужен импорт-экспорт. Опять же таки. А, так. А этот у меня кончился, наверное. Ну окей, сейчас я вручную позаряжаю. А пока пауза. Так, ну продолжаем. Вот у меня началось уже делаться эти кристаллы. Отлично, все, целый стак готов. Так, теперь, значит, их нужно раздробить. Так, а дробилка-то у меня вот так подключена, наверное. Так, ну окей, сейчас мы поменяем просто. И пускай оно дробится. Так, на тебе это пока что мне не нужно. Так, вот, все, пыль пошла сюда. Так, давайте я сейчас отсюда возьму. Половину, наверное. Ладно, половину возьму. Так, и положу сюда. А пока это делается, я подведу сюда электричество. Так, где у меня кабели? Вот они. Так, ну электричество снизу, как обычно. Так, где-нибудь вот здесь вот. Так, что-то я лишка рубанул. Так, закроем. Так, и пошли копаться. Так, сюда, сюда. Так, здесь еще подкопать. Так, где тут? Где эти машины-то у меня хоть? Так, сейчас тут где-нибудь надо выползти.
все, в принципе, я тут уже подвел электричество. Сейчас только подключим. Где-нибудь тут выведем. Жалко, их нельзя в одном блоке, как из Эндерайо, это совмещать. Было бы очень удобно. И компактно. Так, 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 так. И вот так. Вот, все. И сразу включился аппарат. Так, здесь тоже подведем. Так, так, так. Так. Цветочки тут еще всякие. Блин, не хватило одного кабеля. Ну ладно, потом закрою. Так. Это у меня еще целый стак этих изменчивых кристаллов. Ну, пускай дробится. Так, и что я делал? Я делал вот такие, значит, энергетические ячейки. Так, их 8. У меня, так, и из них надо сделать вот эту плотную энергетическую ячейку. Так, дальше. Из этой плотной энергетической ячейки мы делаем вот такую штуку. Так, вот, все, беспроводной терминал. Это есть. Это есть. Так, это мы ставим, ну, где-нибудь, например... Вот тут. Так, ну-ка, я поставил. Не знаю, правильно поставил, неправильно. Так, его надо как-то на этот присобачить. Так. Да, все, подключился. А, ставим сюда вот так вот. Интересно, еще можно поставить? Ладно, не знаю пока. Так, раньше мы соединяли, если вы помните, играли в... МЕ контроллере. Теперь это же соединяется штука в терминале безопасности, что ли, так он называется. И сейчас мы его будем как раз таки крафтить. Так, терминал безопасности. Сейчас мы его скрафтим и на этом закончим серию. Так, ну, во-первых, вот это нам нужно скрафтить. Так, вот здесь вот это вот. Три таких. Так, понятно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, из них. Так, вот эти. Чё не хватает? Ну-ка. Ага, стекла. Кварцевое стекло. Так, раз, два, три. Крафтим. Так, три штуки. Так, из этого крафтим вот эту штуку. Да, все, 16К есть. Так, теперь вот эту штуку. МЕ-сундук. Опять этот МЕ-терминал. Ой, так, ядро истребления. Так, раз и два. Так, так, так. МЕ-терминал есть. Так, теперь МЕ-сундук делаем. МЕ-сундук есть. Так, и теперь вот это вот. Блин, кабеля не хватает одного. Сейчас сделаем. Так. Все, МЕ-терминал безопасности. Готово. МЕ-терминал безопасности поставлю где-нибудь, наверное... так, ну где-нибудь тут его надо поставить. Ну, наверное... Так, ну, наверное, вот тут вот его поставлю. Так, МЕ-терминал безопасности. Вот это мы сюда пихаем. Все, он законнектился, правильно? Так, связанный, да, написано. И теперь его нужно зарядить где-нибудь. Так, а зарядник у меня там, по-моему, стоит до сих пор. А, так, вот
Там зарядник. Так. Да, все заряжается. Все, зарядился. Проверяем. Да, все. Работает. Отлично. Так. И раз он работает, тогда я, наверное, сделаю сейчас автоматические эти зарядники. Попробую сделать. Так. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем спасибо, всем пока.